Однако, ладно, давайте уже перейдем непосредственно к самому. Играют не из-за графики, а из-за чего-то другого. Синих оттенков каких-нибудь там может быть. Однако сегодня, разумеется, мы говорим немного не об этом. Потому что сегодня у нас Brilliant RP представили все вот эти вот, знаете ли, машины. И... Новое видео выходит каждый день в 20:00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Да-да-да, я слышал. Я знаю, что Black Rush открыла 7-й сервер, и у них там все хорошо. 7000 онлайна, они молодцы, все делают, зарабатывают деньги, как хотят, как могут, как молодцы, как не молодцы, все прочее, я все это прекрасно понимаю. Но сегодня давайте обойдемся без новостей по Black Rush, потому что у нас есть другая новость. То есть, ну понимаете ли, в чем дело? Ни одна практически неделя у нас не обходится без новостей по Brilliant RP. Постоянно они что-то показывают, постоянно они что-то делают, и если они в самом деле что-то делают, почему мы не можем их за все это отблагодарить и сказать, мол, чуваки, так вы реально красавцы, вы вот делаете свои вот эти вот все обновления, вот это вот там представляете что-то новое, ну типа, и я не против, представляете, все хорошо, все отлично, прям вот вы все, ну вообще молодцы, я вас всех обожаю, люблю, и вы мне вообще даете контент. Однако, ладно, давайте уже перейдем непосредственно к самому обзору всех этих скриншотов, всех этих новостей из новостных изданий и всего-всего прочего. Brilliant Roleplay показали военные автомобили. И в самом деле они их показали. Вот как они выглядят. Вы сейчас можете наблюдать все это на своих экранах, на своих скриншотах. Графика, конечно, такая себе, но я думаю, что в КРМП, тем более на телефоне, играют не из-за графики, а из-за чего-то другого. Однако модельки машины, ну это прям вот, ну что-то вот прям такое. Кстати, спидометр же нам еще показали. Почему никто не говорит о том, что нам еще и показали спидометр? Потому что до этого вроде как на Brilliant RP вот его не показывали. И теперь вот он такой. Если честно, то я его представлял в таких, знаете, синих оттенках каких-нибудь. Там может быть в зеленых, может быть в каких-то близких оттенках. Может быть оранжевый. Хотя оранжевый тут вроде есть какой-то такой более-менее. Тем не менее, ладно. Вот как бы военная техника такая, знаете, вся русская, со звездочками, со всеми прочими вещами. И, ну, в целом, вроде как это получше, чем та, знаете ли, желтая машина, вот это вот, как там было, Lamborghini Urus, вот это вот все прочее, потому что тогда это был просто сущий кошмар, ты на все это смотрел, думал, чуваки, вы как вообще все это делаете, вы каким образом вообще, вы чем все это клепаете? Я тогда еще сказал, что если, блять, у человека был хоть один глаз, и он вот это вот все сделал, все это своял, вот эту вот всю машину, то, разумеется, ну, наверное, он плохой реконструктор машин. Однако сегодня, разумеется, мы говорим немного не об этом, потому что сегодня у нас Brilliant RP представили все вот эти вот, знаете ли, машины. И можно было бы, наверное, долго вот это вот начать все разбирать, начать все говорить, мол, вот у них там вот такие вот полигоны, вот такие вот у них там текстурки, все у них там, знаете ли, отлично. Но зачем нам весь этот краеведческий музей-то в самом деле? Нам он не нужен. Нам нужно просто вот так вот посмотреть, чтобы чуваки ознакомились со всем этим и такие типа, ну да, в целом, я вот на всем этом, кстати, играть буду. И, возможно, даже задоначу туда деньги. Возможно, даже сделаю какие-то все прочие вещи. Возможно, буду топить за Brilliant RP в комментариях. И что я могу сказать? Мне, ну, нравится. Да, оно неплохое. Да, разумеется, у нас с Brilliant RP были некие недопонимания, когда они выкатили свою эту оранжевую, блять, оранжево-желтую, желто-оранжевую всю эту машину. Я немного не понял. Но сейчас я на все это смотрю, и в целом, ну, оно выглядит, знаете ли, презентабельно. Вполне неплохо, как лично мне кажется. Опять-таки, я могу ошибаться насчет всего этого. Я могу сказать, мол, то, что мне нравится, а в игре она будет такая, знаете, хуевая. Но в целом, по той детализации, по той вообще, ну, по тем... Потому что я вижу вообще во всех этих, знаете ли, военных машинах, во всем прочем, оно выглядит неплохо. В самом деле, если у кого-то есть другое мнение, вы, разумеется, можете выразить его в комментариях. Вас за это никто притеснять не будет. Может быть, на улице найдут, попросят, возможно, сесть в машину, как-то свои немножечко, так знаете, слова объяснить, чтобы вы там сказали, мол, а как вы себя чувствуете, а как вы вообще, ну понимаете это все это. И, возможно, вполне, что вы куда-то и сядете, начнете рассказывать, мол, да, я вот такой человек,
Мне нравится Brilliant RP, играть в КРМП, и вообще мне нравится много всего, а если вы со мной не согласны, то я не хочу с вами больше разговаривать, до свидания, и все, и возможно уйдете от них благополучно куда-то там, знаете, в закат, возможно в какие-то прочие солнечные дебри. Ну, на этом, в общем-то, и все. Разумеется, делитесь своим мнением по поводу всей этой машины в комментариях, по поводу всех этих вещей с Brilliant RP, КРМП в комментариях, ну, более-менее, для меня более-менее, мне и нравится, и более-менее, и непонятно, я вообще такой, знаете, биполярная радость у меня такая происходит. Однако, ладно, я играл на проекте Arizona Roleplay Phoenix, IP, а также мой никнейм, а также мой промокод, а также все мои прочие вещи, они находятся в описании данного видеоролика, заходите туда и ознакомьтесь там со всей информацией. А новый видеоролик выйдет завтра в 20:00, по крайней мере, я постараюсь все это сделать, чтобы он вышел завтра в 20:00, но ничего обещать, как это обычно и водится, не буду. До свидания всем.